Лондоне на уровне ФНЛ еще не отбивали. Чертановский вратарь и в пенальти, а вот Ломаев это делает. Лукапленко номер 55, опасный момент. Ворот Чертанова, надо чертановцев разряжать постановку. Переводит мяч Иван Ломаев. Еще одна опасная атака. Извини, ты удар по воротам Ломаева. Сейчас хорошо сыграл Иван. На подборе. И удар хороший. Ломаев в последние минуты трудится. Надо сказать, штрафной. Откуда Влад Сарвели? Мощным плотным ударом головой. Открыл счет в этом матче. Ну и Тюмень, естественно. За разговоры. А вот сейчас как опасно, надо бить. Прямой Ломаев такой. Сейф совершает. Вот это да. Не получалось, что сейчас. Опа! И вот он, Ваня, спасает Чертанова. Обратил на себя в очередной раз внимание Пеняев. Ну а это атака Сочи. И какое спасение Ивана Ломаева, да? А вот сейчас опасный Киреев. Выход практически один на один с Иваном Ломаевым. Главой СКА Максим Казанков подает. Ну и нужно заносить мяч в ворота. Хороший пас пяткой, и вот он Прудников, но ворота Ломаева. Армавир Ломаев играет на выходе, грудью довольно уверенно. Там, правда, тоже думал, кому отдавать, сыграл на тяжелую. Приберег замены на концовочку. Ломаев, наверное, мог фиксировать, но в итоге перевел на угловой. Придумывать. Беляев низом пробивает штрафной, и мяч получился... Своеобразный удар по воротам, и мяч забрал внизу. Там может быть центр нападения. Камеш сейчас сорвался. Илья Мартынов. Ты какой удар опасный! Потащил. Поражение СКА Хабаров, Вадим Евсеев. Ух ты! Спасает сейчас Ломаев. Кадрич мячом. Удар по воротам. Ломаев убивает. Ломаев. Вратаря юношеской сборной России. Опасно! Ричкович боролся с нападающим партийцем. В итоге рванулся на выход. Патри убегали. Снизамудина бьет низом, но нет. Мяч попадает прямо в руки Ивана Ломаева. Удар по воротам. Слева Павла Кириенко. Кириенко включает в центр. Мяч в правый. Можно бить удар. И вот первый удар по воротам. Еще и арбитр там. Здорово играет на Подерин. На Подерин. Правый удар. Отбивает перед собой голкипер Чертанова. Подерин. Второй удар в створ. Удар! И прям под перекладину Ломаев вытаскивает. Ой, какая ошибка! И момент Сибири Ломаев выручает. Ну, благо для Чертанова удар. Пас швидой в направлении Килина. И Килин бьет очень красиво из-под себя пяткой, но опять же сохранил. Удар с дальней дистанции, ближний угол. Ломаев так легко отбивает мяч и... А мяч остается в поле, отводится. Бьет в нижний угол и подставляет. Молодец, спокойно Ломаев. Ну, немножко поторопился Иван, я думаю. О, Антон Зиньковский нас. Передачу можно давать. Удар по воротам. Это уже Рустем Мухаммедшин. И Ломаев спокойно забирает мяч.
получили удар, Рома, это удар ближе к дальней штанге.